Делайте зарядку, будьте здоровы. Сегодня хотели показать, что можно заняться вот в это трудное время, когда и особо общаться нельзя, значит, и какие-то ограничения. Можно заняться спортом, поддерживать себя. И не, если вы вот сняли сегодня, да, видно, что на это и не нужно много места. Мы вот просто на коврике сегодня, даже самому хотелось, я, может быть, постарше, не совсем было удобно. Но вот молодые ребята, да, это делают и, в принципе, для всех. Конечно, это очень полезно. Нужно заниматься спортом, заниматься своим здоровьем, поддерживать его. Вся жизнь впереди, поэтому надо себя сохранять и заниматься спортом.